Итак, друзья, мы с вами, естественно, продолжаем играть. Так, подбираем коробочки, новая карта. Посмотрим, тут 10-й, 24-й. Ну, надеюсь, что мы затащим. Ну, хоть как-нибудь, ребят. Давайте реально попробуем. Может, сможем. Так, где тут можно, допустим, засесть? Сразу смотрим. Оп. Где же засесть-то? Ребят, надеюсь, вы меня ведете или... Не, вы ни хрена не ведете. Вы сами не знаете ничего. Шикарно. На первом бою это, конечно, можно... Так, пройтись. Но потом-то... Надо где-то засесть. И, ребята, даже... Так, о, сколько их там... Тихо. О, дайте мне! Уровень оружия. Так, о, приближается десант. Другое дело. Так, смотрим. Оп, бежим туда. Тихо, парень. Опа, что это такое? Давайте посмотрим. Коллиматорный прицел, что? Какой в задницу коллиматорный прицел? То есть, вот я же говорил, тут есть какая-то клавиша, которая позволяет модифицировать. Полюбас, вот как? Я не знаю. С не работает, допустим, как в Крайзисе. Тут такого нет. Не знаю, скорее всего, просто не настроен. Но мне как-то лень сейчас смотреть и так далее. В следующий раз уж посмотрим. Следующий раунд. Лучше бы они нам пушки сбросили. Что ж, за люди-то такие, не люди. Сразу бы хорошие пушки там нам скинули бы. Мы против этих зомби бы сражались. Ну, полузомби. Я не знаю, как сказать. Что-то бедных парней уничтожать. Ни хрена задрот-то! Вы видели его глаза красные? Сейчас давайте-ка. Сейчас уничтожим. Что такое-то? Мешают. Вы посмотрите на его глаза. Господи, ни хрена себе задрот. Господи, ну и задроты, а. Так, ладно. Десанты, точнее. О, трабаш. Сюда. Оп, МЦ-255. Да прям как я люблю, ребят. Так. А вот это что у нас? Там-то пистолет, я уж понял. А вот здесь что такое? Удерживает... Так, и что? Что-то ничего не поменялось. Не, реально не поменялось. А, уровень повышен вроде. Быстрый стрелок. Так. Типа перки. А, да, это перки. Можно посмотреть в левом нижнем углу. Чуть-чуть на 10% так повысится наш успех, и мы, может, еще не выгорим. Так, давайте-ка наверх заберемся. Так, турель стрелять. А, ну тут в принципе нормально, да, только вот не очень хорошо получится, если они по лестницам умеют забираться. Так, десант, где он? О-о-о. Тихо. Опа! Что это такое? Перк. Ну. Блин, ну не бросать же его, ребят. Я понимаю, да, там пушки и так далее. Вот видите, это бы вообще насрать. Он ради снайперки побежал. И то ее не взял. А вот это я возьму. Ну-ка, дробан. Второй дробовик мне нужен. Только навряд ли я возьму второй дробовик. Но, по крайней мере, уровень повысится. О, стоп. Это другой дробан. О, нифига себе, два дробана! Это что-то, да. Но другое дело. Теперь будем качать их потихонечку. Это значит, 6 зарядов. А, нет, 5. И тут 5. Ага. Тут побольше, если что, патронов. Скорее всего, у этого-то урон больше, так как патронов меньше. Это означает только одно. О, физика, конечно, тут страдает. Ладно, не будем мы проверять. Овчарка.
Ох, бедные собачонки. Как мне жалко вас, ну реально. Блин, собаки-зомби. Да ни хрена себе. Не, ну теперь мы непобедимы, я вам отвечаю. Так, вангую, что мы тут до 13-14 точно выживем. Вангую. Так, что это такое, не понял я. Бить 9 врагов в рукопашку. Ну, это я не буду брать. Так, это я возьму. Уровень пусть повысится. Конечно. Так, четвертый игрок вошел. А, нет, что-то мне так показалось. Быстро перезарядка берем. Уже 5 перков мы взяли. Собачка, ну что такое? Пусть берет. Это нам не нужно. Это нам нужно. Так. Турель самое главное. Турель. 17, 16 секунд, 15. Да, успеем. Или не успеем. Успеем или не успеем. Вот в чем вопрос. 8. Так, тут можно пройти? Нет, скорее всего. 5. 4. 3. Нет. Ну, ёкало мене. Ну, так нечестно. Ладно, уходим. Раз многочисленные, то отходим. Нахрен нам это, да? Сразу на крышу идем. Может, там действительно выживем мы. Поэтому идем. О, уже спецназовцы пошли. Не просто зомбачки-то, а. Хотя они на прошлом тоже были раунде, но тут поди их побольше будет. Да, ребята. Тихо. Ни хрена. Нет, дай-ка мне. Вот, третий уровень. Только это ничего не дает. Или дает просто ни хрена, ничего не знаю. Ну-ка, давайте попробуем шестой перк взять. Сможем? Ловкость рук. Да, даже шестой смогли взять. О, против гранат. Они. Мобы тут будут. Погодите, мобы будут тут гранат кидать? Ой, ё-моё. Так, стоп. Не, я лучше эту возьму, чтобы догнать его. Парень просто не понимает, что... Блин, мы тратим время. В принципе, могли мы его с ножа уничтожить. Да ладно. Так. А, нет, тут теперь больше стало патронов. Не. Хотя хрен его поймёшь, какой тут урон. Так, управление давайте посмотрим. Действие прицелиться. А вот хрен его поймешь. Нет тут такого. Нет. Тут обычные, стандартные настройки. То есть для режимов тут нет. Вот в чем проблема. Ну-ка. Не, нет. Полюбасу. Так, идемте. Ну как-то. О! Как сразу-то, а? И вроде хп у нас до хрена. Такое чувство, что он уже все сдыхает. Тихо. Ребята. Со мной дело-то плохи. О, десант. Так. Вот чем плохо два ствола иметь, так это на расстоянии хреново. Так, еще один дробан давайте возьмем. В плане уровня. Ты поймешь, может урон увеличивается. А? Да, очень хорошо будет. Как быстро, сразу перезарядочка-то. Ну, хотя у нас перк. Пилюлька. Как я о ней мечтал. Нет, косбокс, не бери. Не надо. Плохой мальчик, плохой. Все-таки взял. Жалко, он меня не слышит. А. Тут еще голосовой чат поди не работает. Блин, поймешь, как тут вообще его включить. Так. Сейчас немножко микрофон подальше сделаешь, чтобы это... ДБ много не было. Так, ну конечно. Вот это уже начинается. Так, как я там ванговал-то? Когда мы убьют-то нас? Тихо. Кружимся. О, хорошо-то как. Оп. Ванговал я вроде. Мы умрем на 13-м, на 15-м. Посмотрим. Оп. Да, вот хреново. Опа. Хорошо пошло. Так.
Это наш. Так. О, о, вот это берем мы. Плюс еще дробан возьмем. О, седьмой перк. Другое дело. И еще повысим уровень. Второй. Не четвертый. А, блин, мы даже приказ еще не можем выполнить. Нам дадут пулемет, да. Инфицированные где? Где? В каком месте? В какой заднице? Я уже готов их уничтожать. Ну же. Что так вяло? Что так тихо? В чарочке. Извиняюсь, ребят. Немножко тут подлагало у меня. Какие-то лаги неожиданные. Все-таки надо... Все-таки мне надо новую карту покупать. О, уже шестой уровень, я даже не заметил. Оп. А, мой друг, иди сюда. Прямо на С4. Как ты сбежал-то? Ху-ху-ху, пулемет. Наконец-то мы выполнили приказ. Я уже думал, этот день никогда не настанет. Так. Никого нету. Оху-ху-ху. Другое дело. Так-так-так, ой, пропадает. Ну не пропадать же, не пропадать же. Да я добегу. Нет, все, не добежал. В принципе, уровень, наверное, не у минигана бы повысился. Скорее всего, видите, у него первый. Так что нафиг это нам. Причем не вечный, всего 227 патронов и, скорее всего, пропадет скоро. Он же на время. Так, ну это я возьму, давайте, ребят. Просто нифиг делать, реально. Че мы с патронами? Посылка под... О, видите, уже пропал. Вот так вот. АК-12. Не, что-то я как-то АК-12 не хочу брать. О, четверка. Ну-ка, что такое четверка? Опа! Только сейчас я это понял. Ну, ни хрена себе. Парень, ты со мной? Я твой командир, погнали. Все. Да, за мной идет. Овчарка! Парень, сзади на нас скотинки нападают. Что у меня С4 ни хрена нету. Это хрена. О, отлично. Так. А, ну этот перк у меня есть. А что будет, если я еще раз возьму? А, ничего. Ясно. О, у такого перка у меня нет. Только тут... О! Седьмой уровень! Ни хрена себе! Качаемся только так. Только что это дает? А где мой боец? Все. Так, это я заберу себе. Я не думаю, что вам это пригодится. Скорее всего, у вас есть такой уже перк. О! Восьмой перк. Другое дело. Пошло-поехало. Ну, конечно, тут странные зомби. Как-то они умеют одевать все тут, ну, по глазам не видно. Хотя это всего лишь стереотип, ребят. Зомби же в реальной жизни тоже есть. Ну, там где-то на Зимбабве племена же травки всякие делают специальные и гипнотизируют таким образом людей. То есть, такие зомби, допустим, как The Walking Dead, это всего лишь стереотип. Ну, это я сейчас, может, кто не знает. О, мобы наконец-то начали кидать гранаты. А то вы сейчас будете мне писать кэп в комментариях, мол, мы и так знали, что зомби-то... Хух ты, лезет, ни хрена. Так вот, мол, вы... Ух, пулемет, ну ё-моё, ну... Мне кажется, от этого отказываться как-то грешно. От пулемета-то. Может, и плохой пулемет, но все-таки это пулемет. О. Да, он действительно плох. Да ё-моё, я променял! Я променял. Ну как так получилось-то, а? Я такую, кстати, не хотел. Ну ладно, пусть так будет. А я реально хотел другой дробан, не этот. Ну ладно, что делать. Так вот, что-то мысль сегодня я, ребят, просто теряю, как я не знаю кого. Надо мне... Все-таки отдохнуть, передохнуть.
Я просто с Батвы ищу запись. Там тоже такая битва накаленная шла. То есть я сначала Battlefield 4 поиграл, а потом уже вот сейчас в код пошел. Ну что сказать, конечно, было поприятнее в Battlefield-то играть. Как-то с графоном. Ну, я, конечно, такой полуграфодрочер все-таки. Считаю. Сюжет это... Так. О, уровень еще повышаем. Отлично. Конечно, некоторые ребята, наверное, сейчас меня ужасно матерят, мол, да дай ты нам-то хотя бы взять эту... этот пулемет-пилу. Ну, ни хрена, не даю я им даже шанс. Так, ну-ка. FP6. Блин, менять или не менять, или все-таки качать? Ну, давайте все-таки я возьму. Похрен. О, так он сохранился? Круто. Тихо. Это другое дело. Это я люблю такие игры, которые даже сохраняются, все. Так. Испытание ножа. Так. Ну-ка, давайте посмотрим, какой дробовик. Мне интересно даже. Все-таки прокачать тур. О, как раз, родименький. Вот, тут же пишет повышенный урон. А я что-то даже и не слежу. Теперь все ясно. Ух ты. Вот что тут есть. Что я даже не заметил. Ну тут как сказать. Все-таки есть входы-выходы, это хреново. Если бы один вход был, тогда еще нормально. Есть тут одна карта. Не знаю, помните вы, не помните, но я по-любасу еще сыграю пару матчей, то есть запишу. И там есть карта именно с одним входом, как раз. Так. Ну, а другое дело. Так, пулеметик берем. Пулемет, конечно, не самый лучший, но все-таки пулемет. Других вообще нету его. А, давайте-ка воспользуемся, точно. О, что у нас есть. Так. Блин, как хреново-то. О, не-не-не, мой друг. Давай-ка иди сюда тогда. Ну как так-то? Ну ладно, хоть стрелять могу. На этом спасибо. Ребят, ну пожалуйста, помогите. Ребятки! Хелп! На помощь! О! Спасибо. Слушайте, а как-то сегодня плохо вангую. Потому что мы уже до 17-го выжили. Вот так вот. Хорошая команда. Причем уровни-то, посмотрите. Еще и втроем. 24-й, десятка. Там даже с 32-м не смогли мы справиться. Но он действительно, походу, только здесь. Кстати, сегодня же двойной опыт. Суббота, воскресенье. Ребят, если что, успевайте. Правда, не знаю, когда я выложу это видео. Скорее всего, завтра. Так что вы не успеете. У меня такое предчувствие. Немножко пофармить. Хотя вы без меня, наверное, знаете, если вы купили Call of Duty. Ну и без меня, наверное, должны знать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, я вас подвожу. Потому что у меня ХП вообще нет. О, походу, ну, я вангую, как сказать. Неплохо. Да блин, я не могу парню помочь. А, стоп, у меня пулемет есть. О, спасибо, слушай, парень, спасибо вообще. Big thanks, чувак. О, вон еще пила. Пусть возьмут, а, если им надо. Хотя мне тоже бы надо. Ладно, пойдемте тогда. Ох, не будем оставлять им. О, да, парень хотел, наверное, взять, но... Да ладно, да хрена ему. Шестой уровень. Опа! Посмотрите, а перки-то у нас пропали. Да, и вправду пропали. Вот дерьмо. Так. А, у меня такой есть. Он нужен тебе, парень? Ну ладно, возьму.
Раз вам не нужно, то я сразу же возьму, конечно, с удовольствием. Так. Оп. Новое звание. Капрал, мы прокачались, ребят. Ой, парень молодец, конечно. Вот. Не, ну реально, вообще красавчик. Умер именно там. Тихо. Тихо. Ну как они гранаты-то стреляют? Блин. Уже начинаю путаться. Да, действительно, надо все-таки отдыхать мне. Так, ну что же. Давай, Косбокс. Мы должны обязательно вывести эту... О, только зря я это сделал, наверное. А, нет, мы можем подобрать, если что. Ладно, тогда давайте так. Куда ты за ним пошел, говнюк? Все. Как там у нас обстоят дела? А че это он... А, во, восстановился, да, он восстановился. Перки потихоньку заканчиваются у нас. 4. Так, давайте вот. О, ловкость рук, это нам нужно. Так, 6-8 уровень. Если что. Погнали. Так, взрывчатка. Ладно, давайте тут положим одну. Хорошо, хоть рано или поздно мы нашли место, где можем перекантоваться. У-у-у-у, ни хрена. Так. Вы заработали очко отряда. А что, взорвалась? А, да, взорвалась. Так, парень, куда это ты лезешь? Ух ты, нифига, умный бот. Смотрите-ка. Я стреляю, он сразу сполз. Да, действительно, умные боты тут. Да, десант. Ну-ка, давай-ка прям здесь. Ух ты, ни хрена тут. Что, у них перки-смертники? Опа. А, так понятно, почему ранен. Так. Ну, пусть возьмет, пусть. Так, парень, помогай. Так. Оживление, давай. Есть. Уровень оружия увеличен. Отлично. Где они все? Ага, вон они. Просто если мы тут подохнем, не думаю, что они заберутся к нам. Вот в чем самое главное. Опа! Победа, ребят, победа! Открыто достижение меры безопасности. Ну, тут мы благодаря этому парню только, Косбокс, big thanks тебе. Только благодаря ему затащили. Даже я убийство 84 сделал. Ну, неплохо. Даже 8-й ранг мы уже прокачали, хотя были мы 7-м. Ну, неплохо. Мне понравилась, если честно, игра, ребят. Если вам тоже понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что надо еще снять. Тогда еще с удовольствием сниму. С вами был Зелил. До скорой встречи, дорогие друзья.